Эй, всем привет! А перед началом хочу сказать спасибо всем, кто поддерживает мой канал просмотрами, подпиской и лайком. Мне приятно. Я так подумал, а почему бы мне не создать рубрику «Новости игры Raid Shadow Legends». И это будет, можно сказать, первое видео, именно связанное с новостями. Да, я наконец-то дошел до этого уровня. Я получаю два тех самых камня. Первый и второй. Да, я знаю, что вы, как всегда, хотите, чтобы я их открыл. Ну и, в принципе, думаю, что надо бы открыть темный. Я не знаю, что там ждет, скорее всего, как вчера, поебень синяя. Ну да. Кто ты? Кто ты? Я не знаю, кто ты, но... Думаю, мы с тобой сыграемся. Да, чтобы открыть следующий осколок, у меня есть интересное предложение. Я на своем канале по кратким пересказам фильмов, именно пересказ фильма «Голый пистолет», выложил буквально несколько часов назад, а точнее ночь этого дня. Если вы наберете хотя бы 60 лайков под тем видео, то я открою, прям вот сразу открою сакральный осколок. Это будет просто класс. Надеюсь, именно с вашей помощью мне попадется какая-нибудь легендарка, которой я буду рад. И тем самым не огорчусь, как сейчас огорчился на какую-то там ренегатку, у которой есть штраф лечения. Но, тем не менее, хотя бы она баба, а не вонючий ящер, как вчера. Так что, ребят... Это новости не просто рейд игры, а скорее мои новости про меня в этой игре. Так что не ошибайтесь с набором в поисковике YouTube. Так что я жду ваши лайки по тем видео. Можете даже поддержать это видео лайками. Так что всем спасибо. И скоро выпущу еще какое-нибудь классное видео, чтобы вас порадовать. Всем до скорого.